Ребенок поступил в экстренном порядке в прием-покой. Состояние при поступлении очень тяжелое. Сознание сопор. С приемного покоя ребенку произведено КТ головного мозга, где обнаружено выдавленный перелом лобной кости, фрагментарный. И ребенок госпитализирован в отделение реанимации в экстренном порядке, взят на операцию. Интраоперационно диагностирован вдавленный перелом фрагментарной лобной кости слева, эпидуральная гематома. Длительность операции была час 15 минут. Операция произведена успешно. На данный момент состояние ребенка средне-тяжелое, можно сказать. С полным сознанием на вопросы отвечает. Правильно, инструкцию выполняет.